Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в новиночку из игр на Android, которая называется «Выживание на острове мертвецов». Ну что же, поехали вперед. Я в нее немножко поиграл. Вот у меня первый остров. Осталась еще одна миссия, и мы с вами переберемся на другую территорию. Так что давайте смотреть, как это все примерно выглядит. Тут немножко, конечно, еще текстурки барахлят, как вы видите. Ага, значит, у нас жиртряс здесь будет. Но давайте попробуем с ним разобраться. В принципе, они не такие уж и сложные здесь. Но хочу вам сразу сказать, ребята, игра не из легких, и придется изрядно попотеть. Опа-на, новый зомби у нас здесь появился, и похож почему-то он мне на какого-то бегуна мертвого. Так, понятно, что ничего не понятно. Ну, а пока я вам вкратце объясню, что нам здесь вообще следует делать. Как видите, с точки выходят зомби, да, и идут на нашу базу. Это своего рода Tower Defense, где мы должны защищать свою базу. И любыми способами, ребят, не допустить того, чтобы они туда прорвались. Мы с вами получаем деньги, тут повышать можно абсолютно все, начиная от своего персонажа и кончая там структурами, оружием, гранатами, хилками. Все, короче, улучшается, но на все, естественно, требуются деньги или же алмазы. Так, ну что, ребятушки, давайте мы, наверное, посмотрим. Так, вот еще одна точка. С двух точек, даже с трех будут идти. Это очень-очень сложно. Но, как говорится, у нас нет выбора. Будем пытаться. Играю я, ребят, вот за этого чувачка. Вот у него оружие, которое можно носить. У меня пока ничего этого не открыто. Также, вы видите, у нас хилка есть, граната. И также мы можем с вами призывать себе помощь. Там прилетает вертолет. Вылазит герой и будет тебе помогать в боях. Так, вот они идут. Ага, точно, ребята, это бегун. Смотрите, он быстрее всех бежит. Давайте мы сейчас кое-что с вами сделаем. Смотрите, что сейчас будет. Ха-ха-ха, прикольно, да? Засосало чувачка, идите сюда, быстро. Оп, ух ты, а этот почему-то прошел мимо. Хорошо, мы его заколбасим. Когда у нас, ребята, вот такая аура вокруг нашего персонажа, мы делаем свайп, и у нас получается супер удар. Так, турельки мои здесь стоят, все отлично. Ага, пушка тоже действует, нормуль. Вроде бы как одну волну мы отбили, причем с двух сторон. Так, смотрите, там еще бегут уже зомбари. В самом верху, блин, я даже не знаю. Надо, по идее, мне туда перемещаться и как можно быстрее. Мы не должны позволить, чтобы они прошли на нашу базу. А там у нас беззащитные люди. Так, вот он свайп, ребята. Коба, раздавили. Отлично, пока все хорошо. Блин, приближается. Приближается, ребята, внизу зомбари. Так, здесь у нас уже откат произошел. Мы можем их использовать, эти вентиляторы. Здесь у нас тоже есть прикол. Вот такой, ребят. Мы их просто-напросто взяли фонтаном и смели в воду. Так, ну давайте, идите, идите, идите сюда. Опа. Хорошо-то как. Блин, один все-таки прошел. Вау, здесь токсически идет, ребята. Он плюется кислотой и отравляет нас. Отойдем подальше. Вот так вот перепрыгнули. Будем здесь поджидать. Сейчас моя турель должна их расфигачивать всех. Один минус. Давай вот этого еще кислотника. Ну, как раз вовремя. Отлично, ребята. Ну что же, победа. 3 из 3 у нас все выполнено. Ни разу они по базе не ударили. Как видите, нам аплодируют выжившие. И мы получили с вами чемоданчик. А в чемоданчиках, ребята, мы получаем карточки, деньги, бриллианты. В общем, все плюшки, которые нам пригодятся в игре. Ну что же, по идее, остров мы этот должны пройти. Так, карта здесь очень большая. Очень много локаций будет. Хорошая работа. И для тебя новости. Мы перебираемся на другой остров. Я только рад. О, 50 гемов нам дали. Ух ты. Фризл. Сизл Фризл. И дали нам нового персонажа. Маршанда. Ха-ха-ха. Ёлки-палки. А этот остров уже покрупнее будет. Так, надо изменить, ребята, себе никнейм. Как обычно, по стандарту будем своим ником называться. Вот так-то оно будет лучше. Ну что? Ёлки-палки. Так, карточки, которые можно будет здесь найти. Ну, давайте глянем, что у нас тут. Ага, первая стадия, всего их будет 3 здесь. Ух, будет, я чувствую, ребята, здесь жесткач. Ну-ка, откроем.
Сколько? Блин, 3 часа придется ждать, пока у нас откроется чемодан. Или 50 гемов потратить. Выбор, как говорится, есть. Что же нам начать-то? Так, я на этот остров обратно вернуться не могу, на первый. Значит, вот. Ну, как видите, ребята, игра новенькая, еще, видимо, не совсем доработан. Текстурки с зомбарями, конечно, хромают. Тут у нас какие-то новые зомби, здоровые. И это у нас радиовышка. Миссия. Давайте посмотрим, что здесь у нас будет такое. Все локации меняются. Оу, слушайте, я, наверное, сюда зря зашел. Так, просят помощи. То есть я должен здесь наладить все это дело. Ё-моё, ты посмотри, пруд. Я даже не знаю. Ребят, давайте, наверное, не будем мы сейчас с вами начинать с этой именно миссии. Смотрите-ка, я могу улучшить. 500 бакинских. Не хватает у меня денег, к сожалению. Да. С деньгами здесь тоже очень напряженка. Но, как вы понимаете, ребята, донат, он везде присутствует. Так что, может, и... Причем довольно такие умеренные здесь ценники. Но все равно я не буду ничего тратить. Поэтому давайте возьмем что-нибудь себе, наверное, попроще. Если здесь вообще таковое будет. Так, в общем, радиовышка нам пока не подходит. Здесь у нас драка за ресурсы. Кстати, вот этого я тоже не могу понять. Почему-то ничего не реагируется пока. Может быть, еще даже недоступна эта функция. Так, 3 кислотника плюс амбалы и обычные зомбари. Должны, по идее, мы здесь потянуть. В общем, давайте смотреть. Ага. Так, одну точку вижу. Здесь, наверное, их будет 2, да? Хотя не факт. Ё-моё. Нифига ты какой ужасный зомби. И кислотник. Блин, одна волна. Да, ребята, одна волна, одна дорожка. Слушайте, наверное, мы будем с вами пробовать здесь проходить. Путь, как видите, отмечен красненькими стрелочками, где они будут идти. 200 у меня нет. А нет, есть, ребята, я могу себе поставить вот эту штуку. Я не знаю, что это такое, но приобрел я ее совсем недавно. Так, куда ее можно вообще влепить? И как она работает? Не пойму. Сюда нельзя. Слушайте, она что, такая большая, что ли? Куда же мне ее собачить-то? Во-во-во, вот только одно место, ребят. Хорошо, я соглашаюсь, пускай будет здесь она стоять. Заодно мы с вами ее протестим. И у нас 400 металлолома. Я ничего больше не могу, кроме вот забора здесь только построить. Ну, а зачем он мне сейчас нужен? Незачем. Придется драться так. Ну что, ребят, как видите, вот уровень моих турелей, башен и так далее и тому подобное. Менять я тоже, наверное, никого не буду. Меня устраивает мой вот этот чувачок. Он все-таки уже второго уровня, немножко прокачан. Ну что же, в атаку? Одна волна, поехали. Если честно, я ее хотел начать с самого начала вам показывать прохождение. Но, к сожалению, свои достижения здесь почему-то сбросить нельзя. Поэтому, ребята, вот так вот как-то у меня получается. Ну, на самом деле, там первые 5 миссий идут обучающие. Я думаю, что вам это неинтересно смотреть. Так, погодите, погодите. Бочка у нас здесь. Ай, никого не задели, жаль. Слушайте, мне вот эту штуку охота посмотреть. Что это такое? Ого! Фига, клещики такие. Ну, зомби, давайте бегите за мной. Чего вы не бежите, а? Блин, их нужно отвлекать на себя, ребят. Ну, оу, ты посмотри. Так, надо с этим покончить. И быстренько вот этих брать на перехват. Если они сейчас будут... Черт, тронет забор. Да, тронули забор. Хорошо, что он у меня тоже улучшен. Ну, правда, первая стадия. Они когда трогают... Их бьет током. Вот у меня огнемет здесь работает. Давай, давай, турель, жги. Так, отлично. Так, у меня, по-моему, да, есть откат. Ребят, я также могу ремонтировать свои турели. Но пока еще тут все целое, ничего не сломано у меня. Да-да-да. Ну что, у нас, по-моему, последняя волна сейчас будет. Вот еще здесь 2 бочки. Ну, по этому пути они не идут, так что эти бочки у нас просто здесь так простоят. Давай, жги, жги, жги. Вот огнеметик бы мне, конечно, нужно улучшить. Потому что, ребята, у них защиты к огню вообще практически нету. Кислотник тут. Ох ты, а ты посмотри, какой здесь здоровый этот идет, амбал. Он намного больше, чем вот этот обычный. Ого-го, я думаю, что это какой-то супер мощный чувак.
Ну давай, 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 турелька. Понимаете, у турелек тоже есть определенное количество секунд по стрельбе. Они потом тихорятся и как бы перезаряжаются. Ох ты, тут еще одна волна идет. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто там бал-то, наверное, сейчас все-таки мне дверь снесет. Блин, ну нет варианта, ребята, суваться в ту кучу. Да, к сожалению, да, проиграл. Хорошо, ребят. Ну как понять хорошо? Нехорошо, конечно же, но тут я уже тупанул сам. Ну, я вам еще раз говорю, ребят, игра не из легеньких, как вы можете подумать. Очень и очень тяжелая, сложная. Тут надо все продумывать практически до мелочей. Как поставить свои турели, в каком положении, чтобы они стреляли. Как сделать, чтобы зомби шли по тому пути, которого вам нужно, а не которого вам даются изначально. Так, $222 плюс 2 гранаты. Также мы получаем автотурель и подхил. Так... Клайсер дали нам улучшение, да? Это, конечно, все хорошо, но за это нужно платить баксы, ребята. Нет, ничего у нас не получается. У меня, как говорится, не хватает силенок завалить их всех. Может быть, мы с вами выберем другое что-нибудь, а? Что здесь у нас такое? Видите, у нас какой-то лагерь. По идее, тут можно пообщаться, но с кем? Почему-то они не реагируют абсолютно ничего. Вот, например, помогите мне. И... Чё? И ничего абсолютно, ребят, не происходит. Изначально я думал, что они, может быть, меня куда-то там переправят на другую сторону или что-то в этом роде. Но абсолютно ничего. Ладно. У нас, кстати, эти лагеря очень много. Они и с этой стороны, и с той. Да, давайте тогда, может быть... Так, тут 3 часа. Вот с этими можно попробовать, кстати. Когда вот идут просто зомби и амбалы, то есть какой-то шанс выиграть. У нас здесь рыбацкая деревня. Мои турельки стоят. Ну, а приблизительно это вот так, ребята, смотрится, когда вы расставляете свои турельки в разные места. Например, выбираем, да? Вот показывается радиус, где она бьет. И, естественно, в зеленой точке вы можете ее выставлять. Но 39 рубинов. Нету у меня столько. Так что отменяем. Ну что, они идут опять же по старой натоптанной тропинке. Нет, немножко по-другому. Так, ну что, давайте заценим. Да-да-да-да-да, я понял, не кричи. Так, у нас какой тут первый уровень, да? Девилита. Девилита. Случайно это не тот чувак, к которому мы с вами обращались насчет помощи? По-моему, он. Да я понял тебя, любитель разбираться с зомбарями. Так, у нас здесь одна волна будет. Ну, не одна волна, ребята, а одна... Одна тропинка и одно место, откуда они будут появляться. Это хорошо, не надо бегать по разным точкам и контролировать. Так, бочонок здесь стоит, ну-ка попробуем, ребята. Ага, бочка с заморозкой это у нас была. Ну-ка, теперь клещи. Ха-ха, прикольно. Очень хорошо, мне нравится. Так, теперь моя турелька. А, нет, это огнемет. Огнемет почему-то их не жарит. Ну, правильно, она направлена не в том немножко направлении. Надо было мне ее развернуть, дурачку-то, а. Ну что же, вторая волна у нас. 3 волны будет всего, так что попробуем здесь отстоять честь этой деревушки. Блин, клещи, клещи, почему же вы не откатились еще? Ё-моё. Что у меня получается? Давайте гранату. Ну, ну что ты так долго-то? Ё-моё. Нет, ребят, я не должен их сюда пропустить. Все, я буду здесь стоять насмерть. О-о-о, вот когда вот такая штука, ребята, копится, надо отходить. Они делают свои суперудары. Причем у каждого зомби они свои. Во-во-во-во-во, турелька мне помогла. Спасибо тебе, родная. Так, и вот она последняя, волна третья. Клещи откатились, сейчас я их включу. Вау, вау. Хорошо-то как пошло, ребят. И у нас остался лишь кислотник. Фух. Проще простого. Смотри, смотри, делает. Оп, плюет. А, нет, не плюется, он побежал. Хе, все, победа? Да, конечно же. Причем чистая, 3 из 3. То есть по нашей базе не было ни одного удара произведено. Видите, нам аплодируют, и мы еще зарабатываем с вами сундук. Ну, ящик точнее. Опять у нас с вами деревня рыбацкая. Так что давайте попробуем здесь с вами простоять. Ё-моё. Так, они идут, значит, вот так. Здесь уже немножко другой путь у них. Но, в принципе, не отличается от того, который мы только что недавно с вами прошли.
Давай-давай, беги. Вот этого чувачка я должен спасти, вы представляете, да? Он убегает, и я должен его спасать. Ну, волна идет. Кто у нас тут? У нас те же самые. Только здесь уже амбалов поболее будет. Ну-ка, свайпануть их. Во, нет. Не так я хотел маленько, ну да ладно. Причем здесь очень маленький промежуток между волнами. Ребят, я не успеваю, как говорится, расправиться с первой волной, как уже начинает вторая. Так, клещи. Подожди, подожди, нет, клещи пока, может быть, не стоит даже активировать. Я попробую здесь так забомбить их. Клещи нам пригодятся. Вот, ребята, видите, теперь все отлично. Огнемет жарит куда нужно. Турелька бомбит. Да, я с ними, скорее всего, так, в рукопашку справлюсь. Не буду тратить пока ничего. Ну что ты, толстый, упал, отлично. Так, вот, а вот здесь, скорее всего, нам нужно уже включать клещи. Ха-ха, прикольно, ребят, воу. Слушайте, вообще изи, изи у нас получилось здесь. Сейчас мы вот этих вот добьем с вами. Иди отсюда. И последняя у нас третья волна идет. Блин, откат, откат у нас по клещам идет. Так, турель восстановилась, огнемет, по-моему, тоже. Так что есть шанс. Но... давайте, идите, идите, идите сюда. Главное не попасть, ребята, в самую гущу. Иначе, если они зажмут тебя со всех сторон, это будет очень бубо, поверьте мне. Ты пуляется кислотой, а? Ты посмотри, как она жжет, эта кислота. Так, ну-ка давайте бомбанем бочку. Вау, отлично, отлично все. И я вам скажу уже авансом, ребята, что здесь мы с вами пройдем. Обязательно пройдем. Вот этого вот жирного я уже завалю своей дубиной. Да, и вот этих вот зомбарей тоже. Они легкие, простые. Блин, амбал-то, амбала не добил. Ну, все, победа опять же за нами. Согласитесь, довольно прикольно все. Да, аплодирует. Вот этого чувачка мы как раз с вами и спасали. И он мне дал аж... что это такое? Нет, это мы не будем сейчас пока заниматься этим. Он мне дал целый большой этот чемодан. Я бы, конечно, хотел бы с удовольствием глянуть, что там будет. И у нас вторая стадия, да? Лагерь второго уровня стал. Не знаю, что у нас тут прибавляется. Ах ты, гранаты две штуки. Ух ты, биг нама, три штуки. Блин, 22 рубина еще нужно, чтобы открыть. Или 52 минуты ждать. А этот у нас в процессе. 6 часов, ребят, на открытие ждать. Что это такое? Реактивная миссия? А, реактивейт миссион. Не знаю, что это такая, ребят. Ну, все, понял. Это у нас радиовышка, мы же здесь с вами уже были. Хорошо, давайте попробуем. Не знаю, что у нас здесь получится. Суть такова, вот таких миссий, ребята. Чтобы мы бегали. Мы здесь ничего с вами строить не будем. Но зато мы будем с вами чинить те самые подбитые турели, которые будут уже бомбить зомбарей. И, естественно, будем начинать с ближайших. Найлер второго уровня. Это у нас огнемет. В принципе, все довольно хорошо стоит в нужных направлениях. Так что, ребят, давайте приступать уже. Да-да-да, мама Джама. Погнали, 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 погнали быстрее. Так, давай, давай, елки-палки, ну что ты застреваешь? Чиним, чиним, ребята. Отлично. Вау, вау, вот это да. Вот это громозека. Так, ребята, придется немножко подождать, потому что каждая починка отнимает определенное количество времени. Давайте вот, наверное, следующее будет вот это вот. Это у нас огнемет. Давай, 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 чини, чини, чини. Отлично. Так, пускай они за нами идут. Вот, вот то, что я и добивался. Блин, тут эти кислотники. А, взрывники еще. Ух, иди сюда. Получил свое. Так, ребята, нам нужно вот эту теперь починить. Я бы так сказал, что это дробилка у нас. Блин, бегут, бегут, бегут. Слушайте, пошли бы они за мной, а? Как раз на огнемет. Ну, жги, отлично. Давай, дробилка. Прикольно. Блин, а что это один раз-то все сработало? Блин, меня так не устраивает. Давай вот эту попробуем починить. Оу-оу-оу, тихо, ребят, вот этот зомбарь. Это у нас взрывник. Когда у него появляется красная аура, это означает только одно, что он скоро взорвется. Вот, надо вот тут вот отбегать. Туф, взорвался, отлично. Так, следующую чиним. Это у нас что, это походу обычный турель? Да, просто... а, нет, это пушка у нас. Ха-ха-ха-ха.
Слушайте, а это последняя волна, я думаю, что да, в принципе, шанс у нас велики. У нас откатился свайп, суперудар. Просто разнесло к ядре, не фени. Иди сюда, куда ты там пошел? Тебя тут только не хватало. Пушка. Так, все, он сейчас взорвется. Да, отлично, ребята. Чистая победа. Я нас поздравляю с этим. 3 звезды. Угу. А что мне за это дают? 3 гема и $70. Блин, мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы они мне дали стройматериалы, металлолом. Мне очень много его нужно, чтобы купить себе новые апгрейды. Без них никуда я не могу, к сожалению, деться. Так, давайте-ка мы с вами посмотрим что-нибудь здесь новенького, что у нас накопилось. Или что-нибудь есть. Так, у нас сундук откроется, если мы еще с вами забьем 90 зомбарей. В принципе, это все реально. Так, по карточкам мы можем вот это апгрейдить. $750 нужно. Эпическая штука, ну это клещи. И свою пушку можем тоже апгрейдить. Ну, как понимаете, везде нужны баксы. Новый персонаж, но я брать ее не буду. Не буду, ребята, потому что, во-первых, у нее первый уровень, во-вторых, нужна еще карточка. Видите, да, она очень хорошо бьет определенных зомбарей индивидуальных. То есть кислотиков она разбирает на ура. Тут персонажей, кстати, очень и очень много будет у нас. Вы сами это прекрасно видели. Так, оу, 31 зомбарь. Хм, почему бы и нет, ребят. Я думаю, что должны справиться с этой миссией на ура. Опять же у нас деревня рыбаков. Или рыбацкая деревня. Опачки, а тут-то у нас уже 2 волны. Слушайте, нужно нам, скорее всего, ребята, менять все это дело. Так, давайте, наверное, вот так поставим с вами. Как раз будет огонь на них пыхтеть. Так, это у нас... Ага, это у нас пушка. Ее тоже, вот давайте, наверное, вот сюда мы переместим. Вот так они идут, чтобы она их как раз вот здесь вот и бомбила. Клещи. Клещи как-то немножко не туда смотрят у нас. Вот так вот они должны, по идее. Будет от них больше эффекта. Что у нас еще? Турель. А, нет, это огнемет. Так, огнемет у нас стоит. Ну и что, получается все, ребята, что ли? У нас больше ничего нету? Как-то кисло, я не знаю, сможем ли мы с вами тут справиться. Вот так вот, наверное, будет даже лучше. А, вот еще у нас тут, ребят. Вот у нее такой радиус. Слабенько, как-то надо взять. Хочется захватить, чтобы сразу 2 волны било, но, по ходу дела, не вариант. Если вот где-то так ставить, или вот так. Давайте здесь ее оставим. Ну что, ребят, давайте, наверное, приступать. 2 волны. Тут 20, там 11. Да, в общей сложности 31 зомбарь будет идти. Давай, давай, хватит бубнить. Ну? Что, 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 что такое? Так, где? Отсюда почему-то пошла в первую очередь волна. Но здесь такие легкие, как видите, зомбари у нас идут. Воу-воу-воу, тихо. Воу-воу, бежит там, блин, рассекает воздух своими ногтями. Так, а этот-то куда? Бабка, ты куда там пошла? На-ка, получи. Отлично, так, отходим, отходим. Снесли. Ну, а этих я уже добью. Блин, и там волна, смотрите, мне хоть разорвись. Черт, ладно, с этими, я думаю, тут справятся они. Оу, они уже подходят почти к базе. Не-не-не-не-не-не-не-не, ребята, так дело не пойдет. Вот, все, хорошо, что я успел их поймать. Так, 2-я волна у нас пошла. Здесь какие зомби? Здесь обычные ходоки. А, здесь же у нас, по-моему, не будет амбалов, да? Бум, взорвалась, отлично, бочка. Иди отсюда, бабуля. Нервируешь меня, если честно. Да, это хорошо, что здесь простые, легенькие зомби. Нету ни амбалов, ни кислотников. Так что с ними я справлюсь. Уж по любасику. Блин, у меня, правда, с жизнями очень туго. Так, идите сюда, олухи. Ну-ка, переключились на меня. Так, иди. Ну почему только одна-то среагировала? А этим нужно, видимо, специальное приглашение. Куда идешь? Не трогай. Нет, не тронул, слава богу. У нас также по-прежнему 3 защиты стоит.
Давай, добьем. Отлично. Тихо. Вон, бежит. Да что я застрял-то? Черт подери, а. Да, не получается чистой победы. Ох ты, сколько вас тут накопилось. Давай. Блин, морячок, бомби их. Слушайте, скорее всего... Оу, нет. Нет, только нет, ребята. Да как же так? У меня же был этот отхил. Я бы мог подхилиться. Нет, продинамил я этот момент. Ну, я на этом не собираюсь сдаваться. Нет уж. Как-нибудь перебьются. Если они думают, что они уже победили и захватили этот остров, то хрен им. На всю рожу ихнюю. Так, давайте-ка мы еще разочек. Так, а здесь у нас... Блин, здесь у нас будет... Три горбуна, то есть это чувачки, которые взрываются, когда у них очень мало хп. Фух, была не была. Так, сколько волн? Раз, два, ага, вижу две волны. Так, турелька. Ну, я думаю, оптимально здесь будет. Так, ну с этими-то, в принципе, мы справимся. Да? Огнемет их должен будет поджарить, там 6 всего. А вот основная масса как бы идет здесь. Фух. Больше пока нечего мне, наверное, поменять здесь. Так, что такое? Оставляем все как есть, ребят. Поехали. Да понял я тебя, понял. Так, этот убегает. Перепрыгнем здесь. Че ты не перепрыгнешь? О, отлично. Идут. Трясуны, блин. Ну, пушка, давай. Врубайся. Слушайте, ну довольно неплохо побомбило. Сейчас я, наверное, еще знаете что? Вот эти вот клещики активирую. Посмотрим. Ай-яй-яй, клещи не улучшены. Слишком маленький дамаг наносят. Именно вот этим вот здоровякам. А этот уже без руки. Где ты руку потерял? О, лух! Так. На, получи. Слушайте, блин, я что-то, по-моему, рано радовался. Амбалы, смотрите, не так уж и просто их подбить. Куда взрывник попер? Ёлки-палки, эй! Иди сюда, блин, побежал он уже там. Ты посмотри, какие они крепкие. Или они крепкие, или я уже слабый. Ребят, тут два варианта всего лишь. Фу, ну я справился. А там еще идут. Прут и прут, а. И все почему-то безрукие. Так, на этот раз, ребята, я не должен забыть подхилиться, если что. Разбомбил. Где? Так. Ладно, хорошо. Блин, вот не хватает, ребята, совсем немножко. Вот еще бы какую-нибудь турельку, вот огнемет поставить или еще что-нибудь в этом роде, и было бы все замечательно. Но с такой волной уже вряд ли я, наверное, свайп. У меня есть свайп, ребята. Ага, минус один. Так, тут трое и двое здесь, пятеро их. Черт подери. Блин, постоянно надо бегать, чтобы тебя не схапали, не зажали. Да чё тут придурок за мной не бежит? Ладно, хрен с ним. Еще две защиты есть. Вау. Давай вот этого, наверное, мы сейчас добьем. И последний. Какой последний? Еще волна. Я ее просмотрел, ребят. Так, сколько вас тут? Четверо. Плюс горбуль. Горбуль. Ну, потому что у него на спине горб такой. По-другому я его не могу назвать. Так. Черт, слишком близко, ребята. Слишком близко. Так. Почему подхил-то не сработал? Я же нажал. В чем проблема-то, я не пойму. Оу. Оу-оу-оу. Очень плохо. Все, отлично. Подкрепились. И это последний зомби. Справились, ребят. Но, извините меня, я все протратил практически, что у меня было. Ну, зато, видите, девчонка радостная хвалит меня. И, опять же, какой-то мне там чемоданчик свой приготовила. С разными вкусняшками. Я их не могу. Я вот, когда первый остров проходил, я все там открывал. Но там мне надавали очень много гемов, долларов, как говорится, для раскачки. Потому что у меня там даже турели не было. Мне все это пришлось сделать. Да, натик, ребята, вот он, как выглядит. Тихо, погоди-ка. Ох ты, это что такое у нас? За 50 баксов. 500 гемов. Кстати, смотрите-ка, дробилка, трэшер. Тоже 50 баксов стоит. Причем игровых. Заманчивое приложение, а? Может быть, купим все-таки мы с вами. Но, правда, там по одной карточке.
Да фиг с ним, мы, я думаю, наберем с вами эти доллары. Так что уж больно хочется мне посмотреть, что это такое. Так, приобрели Merry Go Round. Такая дубина, что ли, не могу понять. Так, и это легендарное, ребят, вот это вот оружие Grab Smash. 500 гемов, офигеть. Ну, трэшер надо покупать однозначно, ребят. Это у нас дробилка. Только все дело в том, что мы купить-то ее купили, а поставить не сможем. А знаете почему? Потому что у меня опять же не хватает металлолома. Опять нам придется с вами хрен знает как разбираться с этим со всем делом. Причем с каждой миссией зомби становится все сильнее и все больше. Проблематично, короче, становится очень сильно. Но выбор у нас невелик, поэтому придется сражаться тем, что у нас есть. Можно, конечно, пытаться одну и ту же миссию пройти по 10 раз. По-моему, здесь у нас энергии нету. Проходи хоть запроходись. Но зато мы ограничены во времени. Так, ну что, ребята, вроде бы как все. Наверное, нам пора отправляться на следующую миссию. Будем пробовать их проходить. Зомби-хорды. Хард. Блин, уровень сложности тяжелый. Хо-хо. Хорошо, была не была. Опять же у нас деревня рыбаков. Две волны. Так, открыто. Ну, понятно, открыто, потому что я ее купил. Куда бы она делась? Но еще раз скажу, поставить я ее не смогу, ребята. Где она у нас? Вот. Причем, смотрите, она радиоактивная. Вот даже если бы вот... Вот сюда было бы вообще... Нет. Даже, наверное... Хотя ее больше и никуда не приспособить. Сюда никак. Здесь тут... Блин. Куда бы ее вообще можно было бы влепить-то, а? Вот здесь вот. А в принципе, как вариант, тоже неплохо, да? Как раз этот угол они здесь поворачивают. Но 1000 металлолома. Будьте добры. Нету, к сожалению, у нас столько. Поэтому, блин, как ни крути. 30 гемов тоже нету. Придется пока без нее драться, ребят. Так, что у нас тут? Пути, пути. Все отлично. Кстати, путь-то, по-моему, этот уже был у них. Да ведь? Ну да. Так, строительство. Блин, что это вот за шлем? То есть один строитель у меня всего? А, ну да, ребят, когда мы с вами улучшаем турель, строитель ее делает. А вы знаете, сколько он по времени ее делает? Начиная от часа, это самое первое улучшение. Я не знаю, как там будет в дальнейшем по времени. Ну, я думаю, что, наверное, не один час это однозначно. Сколько? Опять же 1000 нужно, ребят. Нету, металлолома нету. И причем этот ресурс очень редкий. Очень редкий. Ну ладно, будем справляться подручным инструментом. Кстати, тут и гранаты, и подхил. Вот эти вот баночки с живительной влагой. Все это, ребят, покупается, опять же, за баксы. Ну, это еще терпимо. По крайней мере, не за гемы. Так, что? Волна первая. Уже идет, что ли? Да, уже идет. Так, ну хорошо, тут огнемет их встретит. Я их немножко здесь еще поколбашу. Вау. Я так понимаю, что когда у нас с вами растет уровень, также будут открываться новые суперудары. В данный момент у меня просто размах. Большой размах вот этой вот штукой. Типа якорь такой, знаете, прицепленный к палке. Да что ж такие мощные-то они, а? Да, не зря написали хард. Сейчас взорвется, взорвется, чувак, надо сматываться. Блин, теперь нужно их догнать. Так, хорошо, с этим, наверное, разберется у меня пушка. А вот он, хламон. Далеко ли ты собрался, голубчик, а? Вот я единственное не могу понять, что у него такая за синяя аура. Такое ощущение, что для него просто понижен урон. Именно от моих турелей, всяких там ловушек. Черт, смотрите, здесь пруд. Блин, конечно же хочется, чтобы с каждой стороны... Ну-ка, заморозка. Оу. Опа, я не знал, что, ребята, я их могу сразу разбомбить, если они заморожены. Надо будет себе на будущее это запомнить. То есть я взрываю бочку, они замораживаются и, соответственно... Оу, опять этот здоровяк идет. Крикун ты хренов, а? Видите, ребят, да, немножко как-то вот... Эти, как сказать вам... Текстурки западает, а? Я только сейчас увидел, что у меня на защите всего лишь один щит. То есть все-таки зомбари прорвались, да? Все-таки умудрились стукнуть по моим воротам. Ну-ка,
Бомбанем. И что? Ничего не произошло абсолютно. Их слишком много. Тем более здесь амбал этот кислотный, который меня травит. Ой, чувствую, что здесь мы с вами проиграли. Да получи ты, а. Травит. Смотрите, как хп уменьшается, когда в меня попадает эта кислота. Все, по-моему, меня зажали. Дай вырваться. А если я вырвусь, они пойдут на базу. Да, ребят, никаких вариантов нету. Все, проиграл. Черт, обидно, прям нет слов. Но я вас сразу предупреждал, что игра не такая простенькая, как она выглядит. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Комментируйте, если вам есть что сказать по поводу этой игры. Ну а с вами был Рэй. Всем пока и до новых видосиков. Удачи вам!